Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на канале будет обзорчик по поводу цилиндрового механизма, который в прошлом видео я вам показывал, как я собирал, что устанавливал внутрь с корпуса цилиндра. А сегодня я покажу, как я буду его вскрывать в чистую, то есть интеллектуальным методом, без повреждений. Итак, поехали! Вот показываю, что цилиндр работает. Сейчас он в закрытом положении. Это натяжок. Мы его устанавливаем. Даем небольшой натяг. И будем перебирать вот таким вот инструментиком каждый пин. Оп. Итак, цилиндр вскрыт. Проворачиваем. Тут он стопорится вот в этом месте, так как пины из-за внутренних пружинок выскочили в этот паз. Для того, чтобы сделать дальнейший оборот, нужно просунуть инструмент, надавить на все пины, которые выскочили, и продолжать поворачивать ротор в цилиндре. Итак, цилиндр вскрыт, без повреждений. Всем советую собирать цилиндры, пробовать самостоятельно. Если есть в наличии пины сложной формы, и продолжать тренировать.